Во Владимирской области еще 5 летальных исходов от коронавируса. На этой цифре мы буксуем уже четвертые сутки. Общая смертность от новой заразы теперь 709 человек. Заразились коронавирусом еще 147, на 2 меньше, чем накануне. Общее количество зараженных теперь 24 239. В лидерах антирейтинга Владимир, плюс 43 заболевших за сутки. Второе и третье место делят Гусь-Хрустальный и Муром, по 17 новых ковид-носителей. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир, 5200. 269 случаев, Гусь-Хрустальный 3051, Муром 2634, Ковров 1756, Александров 1510, Петушки 1475, Юрьев-Польский 1171, Вязники 1160, Кольчугино 922, Суздаль 834, Собинка 818, Горховец 673, Меленки 613, Киржач 597, Камешково 563, Красная Горбатка 546, Радужный 326, Судогда 322 случая. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 157, на 3 меньше, чем накануне. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 21 406.